вам и благодать и благословение да придет от Господа. Я Максим Максим, и это прямой эфир. Сегодня у меня будет очень важная тема. В первую очередь приветствую всех зрителей телеканала СНЛ, а также всех участников общины Дом Веры. И всем участникам общины Дом Веры хочу сказать добро пожаловать, если вы хотите принять участие в нашей интернет-общине, почему бы не присоединиться к ней. Мы встречаемся каждый день в это же время, ежедневно в прямом эфире на сайте домверы.ру или в эфире телеканала СНЛ, который можно смотреть как через интернет, так через Дом Веры, так и через Через эфир Пусть Бог благословит вас Драгоценные Я приветствую всех, кто сейчас в Доме Веры присоединились Я вижу, там уже многие люди присоединились Сейчас я открою там Посмотрю, кто у меня Слава, конечно, с Казахстана Наш Дмитрий с Воронежа, Георгий с Нальчика Евгений и Людмила Из Киева Приветствуем вас любовью Господа Янус с Москвы, Ангелина э, из Греции, э, всех приветствую, э, Дмитрий пастор из Германии, Бед Ойнахаузен, приветствую вас, приветствую всех, кто Ю, Юлю Собакана приветствую, всех, кто комментирует, приветствую всех любовью Александр из Каменогорска, приветствую также, в общем, все, кто там Катю Сриги, приветствую также, э, 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 все, кто Пишут все, кто комментирует, я хочу сказать вам мир, а, слава Господу, а, Бог да благословит вас, дорогие мои, сегодняшняя заявленная тема а, стены. Стены. Вообще, ваши впечатления о стене. Мне сынок сделал кофе, кофе с молоком, поэтому сегодня у меня будет немножко другой оттенок кофе. А, горячая. Хорошо. Итак, а, стены. Мы все знаем про стены, стены нас отгораживают, стены нас защищают. С... Помните Великую Китайскую Стену? Великая Китайская Стена, она простирается на тысячу километров и защищает, защищает, отделяет люд... одних людей от других людей. И идея Великой Китайской Стены была в том, чтобы отгородиться от, от внешних врагов, у нас часто мы строим стены между друг другом. Мы строим стены, которые а, не, незаметные, невидимые стены, стены а, эмоционального а, пустоты, эмоционального вакуума. Мы строим стены, а, как, как невидимые нашему взгляду, но между нами часто бывают стены, стены недоверия, стены сомнения. Между людьми, между родителями и детьми, между э, детьми. И когда ребенок идет в новую школу, часто он чувствует, как стена существует. Э, когда ты встречаешься, иногда люди в церкви строят стены, и эти стены э, закрывают нам друг друга. Эти стены нам не дают увидеть друг друга, и мы прячемся за стенами. Вообще ст э, слово ⁇ стена ⁇ это что-то, помните, у нас был, мы были, жили за стеной. Железный занавес. Коммунизм пришел, и мы жили в этой с дьявольской системе коммунистической, скованной одной цепью, связанной одной целью. Мы были такие целеустремленные, коммунисты, и мы жили за стеной. И потом стена берлинская пала. Это как символ, знаете, вот эта берлинская стена. Какая сама идея глупости построить стену а, и разделить народ пополам. Сейчас мы видим, видим такая же стена стоит между Северной и Южной Кореей. Фактически стены делают а, политики, делают люди, делают а, делают в разных ситуациях люди оправдывают свои стены, они оправдывают и думают, что если есть стена, то это хорошо. Стена нам поможет сохранить изолироваться от внешнего. Может быть, может быть, отчасти я могу понять, но чаще всего стены воспринимаются в негативном контексте. Контексте, когда мы строим стены, мы закрываемся и строим стены, мы закрываемся друг от друга. Люди пытаются защитить себя. И с одной стороны, конечно же, это понятно. У меня есть кожа, это стена между моим внутренним миром, внутренними органами и внешним. И когда я кого-то спросил, говорю, какой у тебя самый большой орган в теле, самый увесистый, самый, он говорит, наверное, желудок там, или кишки, или что. Я говорю, нет, 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 у тебя самый большой орган это кожа. Кожа уникальный орган в нашем теле, самый большой, самый объемный и Кожа защищает нас, выполняя функцию терморегулирования, то мы потеем, то, мы, то нам холодно, выполняя функцию защиты от микробов. Вы знаете, вот сейчас в этой комнате столько микробов, если бы у меня было, не было кожи, я бы быстро бы заболел и умер. Кожа защищает нас от воздействия внешнего мира. И нам нужна, нужна вот эта защита, быть таким твердокожим, толстокожим, вот так, наверное, называется, и быть защищенными. И иногда мы строим стены, чтобы защитить. Мы хотим, чтобы наши дети были защищены, поэтому мы детям говорим, сынок, будь осторожен, не доверяй, доченька, там, прохожим людям, не доверяй людям, которые ходят на улице, они могут зло всякое тебе сказать и, и могут могут тебе сделать зло. И ребенок не понимает, и он пытается, он пытается расти, пытаясь понять, что такого плохого в этом внешнем мире. Вы знаете, когда мы детей учились пристегивать, мы все время им рассказывали какие-нибудь жуткие истории, что вот кто не пристегнутый, тот погибает, вылетает из машины. И когда мы узнавали какую-то историю, мы рассказывали детям, и наши дети в испуге смотрели на эту, и они пристегивали ремни, и сейчас они до того приучили, что только садятся в любую машину, сразу же пристегивают ремень, где бы они ни сидели. А, то есть, ну, как-то нужно было построить. Все эти стены нас пытаются сохранить, защитить, но часто они разделяют нас. Плохо, когда у тебя стены со всеми людьми, окружающими тебя. Недоверие, нет единства. Кстати, это продолжение тему единства. А, стены. Смотря на Старый Завет, я увидел такую интересную вещь. Вообще, смотря на жизнь, а, когда люди есть... Знаете, вот Библия полна историй разных людей. Великие люди, славные люди, подлые люди, хорошие люди, обычные люди, когда мне говорят э, о выходе из Египта Вы знаете, я не помню всех ой, Я не помню всех Всех-всех людей Но я знаю, были великие люди Моисей, были Иисус Навин и Халев Были, были великие люди Которые делали что-то великое Что-то крутое Что-то славное Великие люди делали какие-то славные вещи а, И были обычные люди Они... Они, они, ничего не они роптали, возмущались, они, то им воды не хватает, то мяса не хватает, то еще что-то. Они все время приходили к Моисею с возмущением. И все время приходили к Моисею с таким каким-то недовольством. Что это, что за дела? Что, когда в конце концов кто-то займется нами? Знаете, интересно, вот почему люди приходили к Моисею? Ну, он же вроде ответственный. Но почему бы тебе не стать ответственным? Почему бы тебе не взять ответственность и решать проблемы? Почему люди считают, что кто-то должен за них решать проблемы? Ну, давай приди кому-то другому и проси его решить твои проблемы. Когда мы строим... Давайте так я скажу. Есть такое, такое выражение. Люди большого ума обсуждают великие цели, великие проекты. Люди среднего ума обсуждают ситуацию, где что произошло. О, представляешь, самолет упал. О, представляешь, там вот это. О, представляешь, обсуждают такие ситуации, обсуждают, что вокруг них происходит. Обсуждают все, что, что они видят. Люди маленького ума, они обсуждают людей, которые вокруг них находятся. Люди маленького ума обсуждают людей, которые находятся вокруг них. Что ты обсуждаешь? Что что в твоем уме? Ты обсуждаешь ситуацию, ты обсуждаешь новости? Что на твоих устах? А, слово Божие или а, сплетни, или комментарии, или какие-то ситуации? Что? О, ты слышал вот эту новость? Что за новость? Вот это, вот это. Если ты Человек маленького ума, маленького сердца, ты обсуждаешь других людей. Ты говоришь им всякие вещи. Ты, ты очень очень негативная и отвратительная ситуация. Люди маленького ума обсуждают а, других людей. О, он вот это сказал, он вот это вот это, он вот это, он вот это, он вот это. Люди великого ума и великого сердца говорят о большом, о Божьем, о глобальном. Как стать человеком большого, большого сердца, большого ума, большого духа, а, нужно иметь большие проекты. И вот был некто в Библии, человек Нееми. А, он, к нему пришло, пришел большой, большой проект. Он решил восстановить стены Иерусалима. А, он находился, а, ну, давайте так скажем, он увидел ситуацию в своей стране и он увидел, что стена вокруг Иерусалима разрушена и город находится в очень плачевном состоянии, очень очень запущенном состоянии. И э, к нему пришло желание, желание иметь грандиозный проект. Если вы откроете вашу Библию, книга, Неме 512 страница, в Старом Завете 512 страница. Если вы откроете, вы увидите, а, а, и, а, вы увидите всю эту историю. Небольшая книга, ее легко прочитать за буквально короткое время, но просто по -по посмотрите, а, что случилось. Ними был, был озадачен великим проектом строительства стены. Неемия был озадачен великим проектом Созидания а, Стены вокруг Иерусалима И а, Неемия Вторая глава Это Старый Завет Неемия вторая глава Старый Завет И а, в, с первого стиха В месяц Несане в двадцатый год Царя Артарксерса Было пере, э, Перед ним вино И взял и я взял вино и подал царю Он был виночерпий Служил при царе Казалось не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально, не больно ли, э, этого нет, а верно печально на сердце. И я сильно испугался. Я сказал царю, доживет да царь во вовеки. Третий стих. Неемия, вторая глава, уже третий стих. И сказал царю, доживет да царь вовеки. Как нибудь быть печальным лицу, когда город, дом гробов отцов моих запущений и ворота его сожжены огнем. Знаете, Немия был озадачен вот этой мыслью. Его лицо, он думал о Иерусалиме, он думал, ворота сожжены, стены разрушены, хаос. Что делать? И вы знаете, он попросил у царя, если вы дальше прочитаете, что, чтобы он пришел в Иерусалим и восстановил стены. И Зайц сказал: Хорошо, иди восстанавливай стены. И вот Неемия приходит и начинает а, делать следующее: как делаются грандиозные проекты? Я с вами буду читать. А, вы скажете, зачем мне все это читать? А, но я думаю, что это очень важно прочитать, потому что это в Библии написано. А, у вас получится открыть Неемия третью главу? книга пророка Ниемии, Старый Завет, третью главу. вашей Библии страница 514. Знаете, здесь, здесь происходит нечто невероятное. Первый стих. Ниемия, третья глава, с первого стиха. «И встал Елия Шиф, великий священник, и братья его, священники, и построили овечьи ворота. Они взяли на себя строительство овечьих ворот. И они осветили их и вставили двери их. От башни Мея осветили до башни Хананела. Второй стих. А подле него строили иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Сенай а, и они покрыли их и оставили, обставили двери и замки их, и засовы их. Четвертый стих. После, подле них, рядом с ними, чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гакоца. Подле них чинил Мешулам, сын Берехи, сын Мешизабел, Белла, Мешизабелла. Мешизабелла. Простите, если с именами что-то здесь такие имена сложные. Подле них чинил Садок, сын Баны. Подле них чинили фикарийцы Впрочем, в Библии написано, впрочем, Фикарийцы не все чинили. Знатнейшие из них, богатые, не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Посмотрите, как еще раз пятый стих. Фикарийцы чинили, а знатнейшие из фикарийцев, они даже в Библии написано, не наклонили шейки своей поработать для Господа. Я не хочу, чтобы вдруг оказалась что такая запись, Максимов не наклонил к шейки своей. А, Вы вот знаете, мне так это понравилось выражение, что в Писании на всю историю, Восстановление стен Иерусалима, запечатлен момент, что из фикарийцев вот эти главные фикарии, они стенки не, спинки не наклонили, стену не восстанавливали. Вау! Шестой стих. Старые ворота чинили и, и Иоаида, сын Пасеха, и Мешулам, сын Бессодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки, и засовы вставили. Молодцы. Подле них чинил Мелатия, Гавонитянин и Иадон а, из Мернухова с жителями Гаваона и Мицфы, под властными заречному области начальнику. Подле них рядом с ними чинил Узил, красавчик Узил, Сын Харги Серебряник Он был обмен, обменщик монет Наверное серебряник С монетами работал А подлинник чинил Ханания Сын Гаракхима И вставили, восстановили Иерусалим до, Шир до стены широкой Подлинник чинил Рефая Сын Хура Начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего, против своего дома, чинил и сын Харум Мафа, а подле него чинил Хатутуш, Хатуш, сын Хашава, ха -ха -ха, сын Хавшани. 11 стих. На втором участке, а это не Еме, третья глава, 11 стих. Я надеюсь, вы следуете за мной. На втором участке, у них уже участки были, чинил Мал, Малхе сын Харима и Хашув сын Пахав Моава и они же чинили и башню а, печную. подле них чинил Шалом сын Галац, Галахеша а, начальник полукруга Иерусалимского. Он и дочери его Ха, у него сыновей не было, дочери чинили. Он зачем? Доченьки, пойдем стенку чинить. Посмотрите, как что произошло? Все они объединились для строительства стены. Они вдруг, стена, которая не разделила их, а соединила их. Читаем дальше, 13 стих. Ворота долины чинил Ханун и жители Заноха, а, Заноаха. И они построили их, и вставили двери, замки их, и засовы, и все чинили, а, еще чинили они тысячу локтей стены дан ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехева, начальник Буфкеремского округа. Он построил их и вставил замки их и засовы их. 15 -тих. Ворота источника чинил Шал, Шалум, сын колхозия. Колхозия. Колхозника. Начальник округа Мицвы. Он построил их и покрыл их. И вставил двери и замки их и засовывая их, он же чинил стену до водоема в селах против царского сада, до ступени, спускаешься из города Давидова. За ним чинил Ниеми, сын, сын Азбука, начальник полукруга Бевцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда, до дома Храбрых. За ним чинили левиты, два левита. Рех, рехум, сын Валя, и подлиннее чинил Хашави... Хашаве, начальник полуокруга Кильского за свой округ. За ним чинили братья их. Послушайте, вот я, могу еще идти, еще до конца главы, еще у нее сколько места. Каждый, вот сейчас послушайте, как делаются великие проекты. Во-первых, нужен Неме, человек, зараженный идеей восстановления. Человек, зараженный идеей восстановления храма, восстановления стены Иерусалима, восстановления Иерусалима, восстановления града Божьего. Он приходит, и он начинает говорить с э, людьми. Э, и он говорит, не будем больше унижений. Он обращается к людям. Не все люди... Не все люди согласились, возникла позиция. Они сказали, не надо нам строить эти стены, все это ерунда. Но эти стали говорить, давайте, давайте. Ребята, не... ну все говорят, это большой-большой проект. Он говорит, ребята, вам не надо большой проект. Вам нужно всего лишь возле своего дома, возле того места, где вы живете, взять кусок стены и починить его. У меня нет сыновей, с дочерьми чини. У тебя это вот так. Конечно, были ребята, которые шейки не наклонили. И Библия про них помнит. До сегодня. До сегодня мы помним, что эти ребята не наклонили шеи свои. Драгоценные мои, я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Каждому из вас обращаюсь. Чинить, восстанавливать стены. Вы знаете, когда мы говорим о восстановлении стен Иерусалима, это восстановление сегодня нужно, чтобы происходило. Мы должны окружить, защитить город. Для чего Иерусалиму нужны были стены? Чтобы защитить город от нашествия врагов. Чтобы защитить город от нападения, от вирусов, от зла. Стена нужна. Мы должны защитить свои семьи. Мы должны защитить свои церкви. Мы должны защитить свои города. Зло начинает приходить. И оно приходит с огромной силой со всех сторон. Наша задача, как христиан, починить стены, восстановить стены. Разрушенные, потоптанные, уничиженные стены. И мы... С... Вопрос, я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Послушайте меня, дорогие. Восстановление стен Иерусалима, восстановление Иерусалима происходит не каким-то мегапроектом с мегаспонсором. Нет. Восстановление стен Иерусалима происходит у твоего дома. А рядом с тобой проходит часть стены. Восстанавливай, ремонтируй, подними ее высоко. Твой участок. Кто-то посолиднее взял тысячу локтей, кто-то поменьше взял только небольшой. Ребята серьезные взяли и сделали ворота. И двери повешали, и замки восстановили, и, и, и все установили. Вы знаете, я смотрю на этих все их имена, их записывали каждого. Каждого имя записано. Восстановление стен. Мое откровение, знаете в чем? У каждого человека есть свой удел. У каждого человека а, есть своя территория. Если ты а, садовник, если ты рыбак, если ты а, инженер или банкир, у каждого из нас есть своя зона жительства и свои стены возле твоего дома, недалеко от тебя проходит эта стена, которая всех нас, и бедных, и богатых, и сильных, и слабых, защитит. Когда мы говорим о строительстве стены, это совместный проект народа Божьего. Когда люди взялись, не все люди взялись, вы видели, там некоторые не хотели сгибать спинки, некоторые не хотели, каждый против своего дома. Смотрите, 28 стих. Ну, или 20, 23 стих, а, 3 глава, 23 стих. За ними чинил Вениамин и Хашуф против дома своего. За ним чинил Азария, сын Моисеи, сын Анании, возле дома своего. А, 28 стих. 28 стих. А, Далее ворот. Далее ворот конских чинили священники. Священники чинили каждый против своего дома. 29 стих. За ним чинил Садок, сын Имера против своего дома. За ним... Знаете, вот когда мы, мы читаем вот это все, каждый против своего дома. Чинили против своего дома. Когда, когда мы смотрим на восстановление стены, когда мы смотрим на этот грандиозный, огромный проект, сделанный с пораженными, несильными людьми, Наша сила, знаете, в чем наша сила? Не идти и кричать, великий помазанник нас спасет, какой-нибудь проповедник, суперпастор. Нет. Наша сила строить стену там, где мы находимся. Каждый напротив места. Многие готовы куда-нибудь за три девять земель уехать, чтобы строить стены Иерусалима. Но когда мы говорим о стенах Иерусалима, не нужно куда-то ехать строй там стены Иерусалима поднимай стены Иерусалима на том месте где ты обитаешь драгоценные а, многие люди думают чтобы служить Богу нужно что-то куда-то уехать я отвечаю вам никуда ехать не надо никуда идти не надо никуда не, не нужно уходить не нужно все что вам нужно начни строить стену там где ты находишься ты инвалид, сидишь прикованный к креслу. Там твоя стена, ты немного можешь построить, но ты можешь построить стену там со своего кресла. С дочерьми, у тебя нет сыновей, тебя дочери, с дочерьми можешь построить стену. А, посмотрите, а, своими талантами, своими способностями. Многие хотят каких-нибудь не своих талантов. Вот если бы я умел это, но что ты умеешь? Петь умеешь? Не, не умею. Рисовать умеешь? Не умею. Умеешь копать? Умею. Все, копай. Начните использовать, распространять Божье Царство тем, что у вас есть. Мы так часто хотим использовать и проводим все время, мечтая о том, чего у нас нет, вместо того, чтобы использовать то, что у нас есть. Поймите, зерно, урожай растет не из того, чего у тебя нет. Я хочу иметь великий урожай. Стой, стой. У тебя есть мешок зерна, есть. Вот оттуда вырастет твой урожай. Начни с мешка зерна. Один мешок зерна, один мешок зерна даст тебе гораздо больше, чем мечтание о тех мешках, которых у тебя нет. Используйте малые таланты. Когда я начал большой проект телевидения, знаете, я вот так сел, я посчитал, что мне нужно где-то миллион долларов в год, чтобы телевидение содержать, миллион долларов в год. Я сел и думал, боже, где я возьму? Я подумал, мне нужно найти спонсора за миллион долларов. Найду спонсора за миллион долларов, и тогда будет классно. Но потом я понял, что я не найду спонсора за миллион долларов. Я сказал, господи, ну как же мы будем стену эфирную строить? И тогда я подумал, а если найти два человека по 500 тысяч? «У вас много знакомых, у которых есть 500 тысяч каждый год, чтобы помочь Максиму?» «У меня нету». Потом подумал, а если 10 человек по 100 тысяч? «Не, это все равно много». И вдруг ко мне пришла мысль, а что если найти 10 тысяч человек, которые по 10 долларов в месяц смогут поддерживать? 10 тысяч человек по 10 долларов смогут поддерживать. И вот он этот миллион есть, за год мы наберем даже больше. Знаете, в этом я вдруг увидел. Если мы все вместе соединимся, все вместе согласимся, все вместе скажем, да, я хочу, да, я могу. Знаете, к чему я пришел? Что вообще а, мне даже 10 тысяч не надо. Если я найду хотя бы а, 3 тысячи человек, которые будут по доллару в день жертвовать, доллар в день, один доллар в день, доллар в день, бутылка воды. Если я найду... 3000 тысячи человек я смогу поднять христианское телевидение. Вы знаете, когда я представил мою идею в церкви, люди вдохновились, я сказал, нам не нужно искать супер-мега-мультимиллионера, который будет нас поддерживать. Все, что нам нужно сделать, давайте по бутылке воды каждый день поддержим. И когда я увидел поддержку, я видел, что люди стали поддерживать всего лишь один доллар. Что такое один доллар? Да один доллар это ничего. Но если 1 доллар в день, я найду 3000 человек, я смогу, я смогу реально а, делать христианское телевидение. 3000 человек, по доллару в день. Вы знаете, когда я увидел вот этот проект, а, Бог показал мне, что ты как Неме не сможешь один сделать. Ты не сможешь. Но если ты вдохновишь людей и расскажешь им, что каждый стенку может построить в своем городе, то тогда, конечно же, конечно же мы построим великую стену для проповеди Евангелия. Драгоценные, я благословляю вас. Мы живем во времена Ниемии, когда нам нужно восстанавливать стены. Стройте стену Царства Божьего в ваших городах, на ваших, там, где вы находитесь. Восстанавливайте стену и увидите славу Божью. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я говорю благословением над вами именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да направит вас, да поддержит, да укрепит, да явит свою славу и свою силу во имя Иисуса Христа, Аминь. Я благословляю вас. Спасибо, что сегодня были со мной в эфире. Кто-то спрашивал вот сейчас, я вижу там надпись, будет ли святые в городе? Конечно, они будут в прямом эфире каждый день. Пусть Бог благословит. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Благодарю вас за то, что вы вместе со мной восстанавливаете стену, за то, что мы вместе делаем Божье дело. Я благословляю вас. Очень ценю. Я очень ценю. И благодарю Бога за каждого из вас. Сегодня у мамы Веры будет праздник. У нее юбилей церкви, и 13 лет ее церкви. Она уже 13 лет здесь, в церковь идет. И я решил помочь ей буду готовить плов для церкви. Сейчас пойду готовить плов. И это моя часть в Божьем деле в празднике. Я приготовлю плов на всех, чтобы все радовались. Каждый, кто не хочет нагибать свою шейку, того Библия заметит что он не захотел. Я готов нагибать свою шейку, чтобы кому-то помочь и благословить. Я буду гнуть свою шею, чтобы построить Божью стену. Будьте благословенны, примите участие, поддержите нас. Люблю вас, ценю. Встретимся скоро. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим СНЛ и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.